Нет. Я любила Элизабет. Сильнее, чем ты думаешь. Я оставила ее погибать вместе с остальным человечеством. Об этой ошибке я жалела 1000 лет. А теперь она снова передо мной. Не какая-то жалкая копия, а самая настоящая. Это не просьба. Ты летишь со мной. Это жестоко, но через пару веков ты меня простишь. Ты меня не заставишь, Тильда. У тебя нет счетов. Есть кое-что получше. Призрак главный. Сюда. В укрытие! Беги к двери! Сдайся, Элори. Тебе не победить. Я знала, что ты не хочешь мне зла. Сначала просканируй. Покончил. Справишься?
выдержит намного больше. Не выйдет, Тильда!
Она напала на тебя и рассказала про Немезиду. Так значит, ты все знал. Да, Атаида. Как и способ обойти защитные барьеры зенитов. Я создал армию мятежников, потому что знал это, чтобы попасть сюда сейчас. А мне не мог рассказать? Брось, Лори. Ты же вообще не умеешь идти на разумные компромиссы. Когда Аид рассказал про Немезиду, я понял расклад и как надо сыграть. И в тот же момент я понял, что в эту игру ты точно играть не будешь. Что ты вмешаешься и решишь спасти Тенакт. Я был прав. Отчасти. Ты сорвала мои планы, но успешно выполнила свой. В итоге результат тот же. Мы здесь. И теперь мне пора покинуть эту обреченную планету. Захватить Одиссею и базу данных Аполлона. И начать новую главу моей гонки за знаниями, на этот раз бесконечную. Летим со мной, если хочешь. Ты это более чем заслужил. В отличие от Тильды, я приглашаю вежливо. Ты просто бросишь все и улетишь отсюда? Останься. Помоги защитить Землю. Возможно, Тильда не до конца все прояснила. Немезиду не остановить. Она разрушила колонию Зенита за несколько часов. Какие шансы у примитивных племен Земли? С Геей в руках ты спасешь земную жизнь. Посадишь ее семя в новом мире. Как сделала Элизабет. Это ее выбор. Пожертвовать всем, что было, ради надежды на то, что будет. На твоем месте сегодня она бы села на борт челнока. Нашел. Она жива? Жива-здорова. Слава десятым. Прощай, Сайленс. Она в порядке. Выглядит воинственно. Как всегда. Элой, ты справилась? Куда он собрался? Так далеко, как только можно. А. Уверена? Ты остаешься? На время. Вам тут пригодится любая помощь. Кто будет со мной пить? Твой Эль, мы не будем. Я бы лучше поспала. Отличная идея. На сей раз и правда все. Впереди новая битва, Элизабет.